Всем привет, дорогие друзья! Хочу посоветовать вам посмотреть видео на канале Family Mix. На этом канале молодая мама со своим сыночком готовит различные простые и доступные блюда. Если вам нравятся видео с готовками бюджетных блюд, подписывайтесь обязательно на этот канал. Ссылочка будет в описании к этому видео. Друзья, всем привет! Всем доброе утро! Нам все каждый раз обещают отключить свет, воду, но никак не отключают. Ну, было дело, отключали, конечно. Но сейчас, как говорится, только запугивают. Вот. Набрала на всякий случай ведро воды. Мало ли. Вот, хочу вам кое-что показать. Купила я себе сперва вот эту вот метелку. Подметать здесь. Она мягкая, видите? Сама щетина мягкая очень. Здесь-то неплохо вроде подметать. А здесь она уже не очень берет. Поехали в магазин, Рушан покупал свои инструменты, увидела вот эту метелку. Рушан говорит, это стоит, получается, 215, та 65, плюс 60 рублей, получается, черенок. Вот, а это 215 рублей. Здесь уже она такая погрубее. И с ней, знаете, так поудобнее вот. Дын-дын. Удобная очень такая метелка. Рушан говорит, зачем тебе столько метелок? Я говорю... Метелок много не бывает. Вот. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу сейчас помыть крыльцо, постирать обувь, свои кроссовки, Рушана кроссовки, прибраться понемногу, везде все раскидано. Буду немного прибираться, наводить порядок. Вот что у нас здесь, клубничка, надо будет тоже здесь травку поубирать, сорнячок. О, какая хорошенькая повылазила. Клубничка. Вот что, это что такое? Яйцо. Ой, какое-то малюсенькое яйцо. У нас здесь птенцы. Вот здесь это все у нас. Ветер сегодня, ветрено. Ой. Все уже подкопнули, проверили свой урожай. Одни мы остались. Вот все, кого мы знаем, все попробовали. Одним это плохо. Да. Жук-жук. Давай, поехали. Первый урожай. А. Так, и что здесь? И ничего. Офигеть, то же самое, что... А нету, да? А нет, есть, смотри. Вот она, я уже испугалась, думала, ничего нет. Нормальная, смотри. Угу. Давай руками ты, я то, чтобы я потом не перчатки не пачкать. Нормально, давай ведро. Ну, мы как раз сегодня с тобой картошечку нашу молоденькую сварим, да? Салат сделаем с красненькой редиской. Нормально. Еще четыре штуки. Ну, да, а вот нет, еще вот одна. 5, 6. А вот это не картошка? Нет. Вот на. Так. Ну, смотри, это еще она не до конца выросла, она вот такая вырастет. Нормальная картошка. Здесь нет. Так, это у нас один сорт. Ну, нет, да два сразу, если варить будем сегодня, один сорт. Надо сорт. А вот она еще. А что такое? А, все поняла. А. Так. О. Вот. Вот она. Наша красивая картошечка. Слушай, нормальная картошка. Это у нас у некоторых людей картошку брали там же, где и мы. Вот, но вообще не родила в этом году картошка. Да, расстрой. Ой, фу. Ох, мелочи. Ну да, типа того. Но это видишь, это, видимо, она еще не дозрела, смотри. Вон. Угу. Гады. Вот здесь вот. Она еще даже не зацвела, поэтому еще рано. Ну ничего. Не, такой... мелочи только не надо. А ее потом это, собакам будем варить. Останется ее. Ну, смотри, хорошая, да? Да, да. Вот еще здесь, по-моему, где-то была. Это я собакам сварю. Вот еще собака.
О. Земля, смотри, как хорошая, мягкая. Угу. Хорошая. Все. Картошки набрали на ужин. Вот так потихоньку, бах, бах. И нет картошки. Да. И на зиму, что на зиму? Все съели. А ботву куда? Куры же, наверное, не будут завести. Нет, даже и она высохнет, и потом жечь. Жесткий, блин, как с ним справиться, а? Я не пойму, что ты делаешь. Тяни туда, растягивать надо. А, вот будет эта твоя хрень. Да, пенец. Блин, прям в спину воткнулась. Складываем. Так. Давай попробуем поднять его. Нам его будет. Да нет, туда натягивай. Давай, тяни. Теперь самое геморройное это вырезать. Так. Так, тебе чуть-чуть можно подтянуть, нет? Да, только чуть-чуть. Ладно, здесь нормально. Так, давай. Как я подтяну, если ты стоишь на нем? А что здесь так все мокро, что? А, это скотч. Снимай по прямо. Ага. На улице такой ветер. Я сейчас была в огороде. Попыталась поработать. Одной рукой траву рву, другой рукой я кепку держу. Что витрина. Конечно. Так. Ну,
попадешь. А? Аккуратней. Может, я вот тут приподниму? Будет тебе легче резать. А ты сюда вытяни его, Рушан, подожди. Линолеум сюда можешь вытянуть? Вытягивай там. Вот, и отсюда вот садись, спокойно, аккуратно режь. Нет, не торопясь. Меня какие-то гады так кусают сильно. И в основном где-то внизу. Вот видишь, опухоль какая. Угу. Прям кусают так сильно, опухают почему-то. Ты же говорила, что ты вкусная. Шан говорит, почему, говорит, тебя кусают, а меня не кусают? Я говорю, потому что я вкусная. Давай, подожди, Рош. Это можно упростить, чтобы так не было. Все. Чтобы это было аккуратно, красиво порезано. Да что ж ты, падаешь. Сюда. Смотри, порез. Че? Ну вот он. Там плюс он закроется, еще больше будет отрезаться, потому что... Ну, видишь, вот волны вот эти. Этим волнам тоже можно разглаживаться. Вот, бля. Поэтому еще здесь все будет убираться вот так немножко. Вот куда-то, видишь, вот этим волнам надо бдеться. Угу. А если они в стены будут упираться, они... Все, пол ровный, идеальный. Никакие там подложки, или как они называются? Ну, они понадобились подложки, да? Да, потому что у нас здесь пол с подогревом идет. Он вообще у нас греться не будет. Сколько какие-то слоя накладывать такие. А. Нельзя его, короче, перегибать. Видишь, какая фишка получается. Вот где мы гнули. И теперь не разойдется? Да я вот не знаю, надеюсь, что разойдется, блин. Вмятины, да, какие-то? Угу. Ну а по-другому там как? Ну, бывают такие моменты, когда по-другому никак. Блин. Все, раздуваться больше. Теперь сюда заходишь, раздувайся. Угу. А ты неправильно его раздеваешь. Давай его... сделаем так. Здесь будет так, а там так. Хорош. Ну, я специально расстилаю, чтобы было сейчас это, можно было повернуться. Я просто по-другому трубку это не вытащу. А, там внутри трубка? Конечно. Да блин. Тяжело. Так. Смотри, ты опять согнул. Да вижу я. Тяни, 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 а не бросай. Почти в размер, а? Видишь, вот эта штука. Сюда можно, ну, я знаю, взять, да, или вот. Сюда... Хотя нет, эту не возьмешь. Она, видишь, у нас вот так должна быть. Все под контролем, смотри. Вот. Угу. Только подогнать надо будет ее.
Чтобы здесь полосочки шло. Погоня. Да, вот здесь, вот, смотрите, косяк. Пойдем, он разойдется. Здесь вот видно, что там вот он как поломанный. Если гора не идет к Магомету, Магомет идет к горе. Как говорится, не взошел щавель, посадим базилик, да? Угу. А что щавель, да, что он даже. Сейчас попробуем базилик. А, сколько у меня его? Посмотрим. Вот что, вот красиво он такой. Цвет такой приятный. А щавель можно будет потом еще посадить где-нибудь. Конечно. О, с Таня пообщалась. С Таня так разговаривает? У нее же постоянно ничего не спросишь. Конечно. А-а-а. Правильно, конечно, и ты сразу, конечно. Ничего. Я насажаю здесь вам. Конечно, нормально. Сейчас буду подкармливать помидорки. Получается на 10 литров воды, пол-литра молока и 5 капель йода. Посоветовала подписчица. Спасибо вам огромное. Смотрите, даже здесь стекла. Здесь два кустика. Ох, хорошо, что не по ногам, Рушан. Освобождаем место. Надо было наоборот вот так поставить стол, Рушан. Давай. Вот сюда поставить стол. Так собак мне не видно. Кого, не видно собак? Да, мешает. Угу. Освобождаем место, будем делать... бассейн для наших гусей. Хотели вот здесь сделать. Видите, вот я даже расчертила, как мы будем все делать, копать. Но у нас здесь орех. Вода потом будет желтая. Да, у нас что-то здесь стояло. А, у нас вот здесь ванная стояла, да? И даже здесь ванная стояла и была желтая. Вода. Не знаю даже. У нас тут везде орех. Где сделать? Ну, только здесь. Будем чаще воду менять тогда. Она может допустить... Ты чего собак перепугал? Блин. А ты ж хотел вытащить, нет? Да. Ты говорил, тебе нужно. Ладно, пока сейчас. Пока вот так. Так. Надо расчертить как-то. У нас здесь камней, конечно. Как копать, где-то грабли были. Вот они. О, это, наверное, можно было бы куром. Нет, сырая. Да, толк от твоих. Два толка. Смотри, видишь, тут грязь. Мусора. Поменьше грабли, да? Да. Надо, наверное, сперва расчертить как-то. А мне кажется, побольше надо здесь захват брать. Руш. Вот сюда прям побольше. Ты имеешь в виду подальше от забора? Нет, поближе к забору, наоборот. Не, а потом мы что-то будем менять, нам будет мешаться ходить, будем в воду падать. Копать что-нибудь. Ну такое. Хотя побольше. Ну хотя бы чуть-чуть. Вот отсюда, вот смотри, вот отсюда. Ну, давай. Не маленький? Маловат. Давай я очерчу. Ну давай вот тебе. Лучше получается. Сейчас я как-то загну.
Зато у тебя как-то, знаешь, полукруглый получился. Ну, может, мне овальный больше нравится. Мы же договаривались на то. Давай посмотрим, какой у тебя получится. Что, что-то не то получилось? Ну да, посмотри. Ну вот здесь только единственное. Вот. Вот. Что, на нуль. Мы сейчас начнем копать вот так по кругу. Угу. И, в принципе, будем это постепенно выравниваться. Так, ну-ка, это идет со стороны посмотреть. Ты на дерево залезь, посмотри свое с высоты. Не-не, больше, ну. Все равно ровно не получится, где-то больше, где-то меньше, ну-ка. А так? Да не, какой-то этот овал получился. Ну нет, это примерно, мы все выровняем потом. Постараемся, по крайней мере. У нас будет бассейн Бублик называться. По центру будет такой островок. Вот. И по кругу будет сам бассейн. Да, здесь так будет по кругу бассейн. Вот они смогут плавать по кругу. Потому что, я говорю, они такие коты такое устраивают. Они хотят плыть вперед. Да, и места мало. Они не могут, да. Они вроде бы только разогнались, и тут бац, уже все тупик. Вот, а тут смогут плавать по кругу, что мы наблюдали, как они плавают, им не хватает места. Смотри, я сейчас круг делаю, видишь? Да, 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 да. Ты главное круг делай. Здесь только одни камни, да? Да, камни здесь. Так не камни, камни было не так обидно. Кирпичи и шифер всякие. Ага. Такое ощущение, что на этом месте раньше был шиферный завод. А в выходные дни этот завод кирпичи делал. И все здесь выбрасывали. Грязь не оставим. Можно пленку постелить. А можно и не только пленка обойтись. Что еще можно сделать? Закрыть грязь эту чем? Ну, чтобы вода не уходила. Да. Да и чтобы... Ой. Рушан здесь... Подожди, я клад нашла. Это что такое? Где? Показалось. Ты так нашутил, блин. Я же могу не поверить. Так, так это сюда. Вот отсюда, да? Ага. Думаю, надо вот здесь докопать. Здесь что-то копается уже. Ну, я клад нашел. Ложка алюминиевая, ручка. Островок, да, смотри, такой ровненький получается. Ну да. Где ты хочешь, чтобы докопал? Вот здесь? Вот здесь, да. Но здесь просто столько камней. Что, так оставим? Щипает, да? Можно было здесь цветы, ага, посадить, ну, где-нибудь даже вот, ну, в середине хотя бы. Они такие по бокам бы разложились, лежали. А прикинь, если бы в центр посадить пальму? Ага, на один раз они ее сожрут. Блин, подожди, стекла сразу надо выбрасывать. Я вот сюда буду складывать, хорошо, потом соберем. Тут столько стекла здесь.
стороны хорошо, потому что земля мокрая. Да? Копается легко. Только земля тяжелая. Зато копается легко. А когда она, блин, это, и видишь, хорошо это. Что земля меньше мало глины, не прилипает. Что? Можно закидывать просто. А, закидаем, да? Проще далеко кидать. Не халтурь, закидывай. Это что такое? Это корни чьи-то? Где? Это не. Это здесь кукурузы. Вот видишь, сараи же были раньше. Все это в землю падало. Гнило. Что рычишь? О, я клад нашел. А толстый будет сегодня в дом? Ого. И по краям тоже? Да. В плане по краям тоже такой сегодня будет? Да. Он еще съест, а надо туда еще немножко шить. Что, ваше время пришло, да? Пришло ваше время бегать, гулять. Так, подождите. Ой, выбегаем. Побежали. Кони. Наши кони. Патрик! И коняха. Все, побежали играть. Каждый вечер мы их выпускаем, они в хоздворе бегают. Ой, мои пацаны. Патриот. Патриот. Все, пусть гоняется. А мы уже, посмотрите, как выкопали. Я не знаю, видно или нет, но нам все видно. А ты зачем сюда насыпал? А здесь она, видишь, вот так под скос идет. Я хочу ее выровнять, чтобы она ровненько была. А мне кажется, нормально она идет. Сейчас мы просто здесь грязи на месте, и все. Вот это черный. Другую.